Сегодня играли против, ну, можно сказать, юнцов, но в первом тайме было очень сложно. Почему? Ну, против нас действительно вышли не основные игроки. И они тоже хотели доказать, попасть в первую команду. И бегали, старались. Ну, что касается непосредственно ваших соперников сегодня, они тоже старались, они тоже бегали. Между прочим, не нужно было что-то доказывать. Так получается? Ну да, в принципе, и тренер им давал шанс показать в этой игре, в ответной. Ну, как видно, не получилось с ней. Тот самый гол, который вы забили, это была заготовка домашняя? Ну, еще при Газаеве отрабатывали такие стандартные положения, так что осталось при нем это, разыграли эту комбинацию. Ну, сегодня забить могли намного больше, чем два мяча, но это, я думаю, тоже достаточно. Ну, 2-0 домашней игре, это более чем достаточно. Главное было пройти дальше, а сколько забить, это было неважно. А ждать, что столько болельщиков сегодня в таком будет? Первая игра ЦСКА домашняя, так что ожидались. Спасибо большое, удачи. Спасибо.